Опа, я тут компьютерной графикой балуюсь немного и решил обновку сделать для канала Айтишника. У него уже крутились две мои заставки, качество которых меня совсем не устраивало, после чего я решил приступить к работе над третьей версией. Сейчас я покажу слегка обновленного Марка, для этого перенесемся в мой скромный воображаемый гараж. Тут немного тесно, но в целом норм. Марк уже заехал в гараж, поэтому сейчас будет небольшой монтажик. Машина была полностью перекрашена, задняя фара сделана с нуля, исправление совсем грубых ошибок, нанесение ссылки канала на колеса, также теперь есть грязь, переделаны стекла и вагон, чего еще. Ну а теперь сама заставка, которая будет крутиться перед стримом у айтишника. Заводи коня, погнали че! Рендеров получилось немного, но я думаю, этого хватит. Это тестовый мульт, поэтому к санным тряпкам я готов. Ну и на этом все.